Religione. Religione. Dovrei tutta. Non so cosa fare. Версия украдена центральная часть артефакта. Пора убирать. Догнать разорвите этих мягкотелых. Пока я вас не утилизировал. Больно, как стреляют. Попали. Сос. Двигатель подбит. Спрашиваю аварийную посадку на вашей территории. И что мы приютим воров? Да вы что? Да никогда. Я хотел вор. Ой, больно как. Наверное. Девушка. Почему ты плохо одетая? Вот. Этого нам только и не хватало. На, денежка. Аванпост. Нажмите, чтобы продолжить. Магазин. Надо было отказаться. Адмирал, быстрее построй пушку для защиты. Он сразу. Я так и знал, что это кончится. Заразы. Постройте. Нет. Идите в жопу. В жопу идите. Все. Сама построилась. Королевские гирокоптеры как раз прибыли на помощь. Самое время напасть в ответ. Мы не хотим ни на кого нападать, заразы. Нажмите по пустой области, чтобы высадить войска. Войска. Нажмите, чтобы продолжить. Что это такое? Что это такое? Это война. Я так и знал. Нужно усилить базу. Не надо было. Причал строителя. Да вы что, охренели, что ли, вы такие деньги? Причалы. Плавильня. Хранилище золота. Парогенератор.
И, наконец, хранилище пара. Это пар был. Это пар мы заработали. 500 золотых и 500 пара. Дурдом. Парогенератор, плавильня, причал строить. Может, мы его там хотим построить? А ну, дай, сволочи. Сволочи. Паразиты. Паразиты. А, весь молодой человек покоится. Упавший. А почему он покоится? Девушка такая скромная, но плохо одета. Девушка не одета вообще. Вообще не одета. Как так можно ходить по улице? Как так? Разве можно ходить? Доброе золото надо... А, добытое. Ну, добытое. Значит, доброе золото надо хранить в худом хранилище от врагов. Давайте построим. От врагов давай построим. От врагов. Построим. От врагов, от врагов. А ведь что такое? А в торбицу, что ли? Неизвестно. Так, магазин. Предохранить и защищать от врагов. Хранилище золота построить предлагают. Предлагают. Предлагают предложение. Плавильни больше не получится. Причал строителя. Золото. Золото. Нет. Нет. Турнирный. А. Мы подождем. Для армии нужен пар. Построй парогенератор для добычи пара. 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 Корсет. Парогенератор. Так. Для хранения пара нужно хранилище пара. Да вы что? Да неужели? Хранилище. Спасибо, нажали. Так. Мягкотелый, но уничтожим вас.
Нажмите, чтобы продолжить. Мы должны напасть первым. Готовим армию строить военный завод. Это зараза. Идите вы в попу со своим военным заводом. Произвести. Отлично, давай подготовим армию. Да не хотим убивать. Произвести войска. Нажмите. Выдерживайте. Не будем. Решить сейчас. Не надо нам сейчас. Вот зачем там человек? Там человечек. Человечек. Похож на зеленого из тайны третьей планеты. Мультик такой. Тайны третьей планеты. И там персонаж зеленый. Как раз это. Зеленый. Пять минут. Осталось. А это что такое? Что это такое? Чего это? Нормально. Отлично, давай подготовим армию. Да, готовится. Армия. А это... Так, ну, не надо ничего делать. Это что? Информация. В ангаре базируется ваш корабль, необходимый для путешествий по миру. Улучшайте постройку, чтобы увеличить вместимость вашего корабля. Здесь у нас чего-то. Что-то нет даже этого самого. Как его? Изменение настроек. Настройки какие? Да, армия у нас мощная. Мощная такая армия. Что делать? Мы... Пока прервёмся.
небесного архипелага есть надежда. Вот таким именем тебя запомнит мир. Хоуп. Надежда. Майка. Майка, алкоголичка. Мне все равно! Я молодец! Мне все равно любить и наслаждаться. Так. Все равно держи рак. Чего? Это закон. Возьмите, чтобы продолжить. Надежда, значит. Ну ладно. У резидента нашего такой позывной был. Надежда. Не смогу его изменить. В бою мы получили достаточно золота, чтобы улучшить ратушу. Это откроет нам новую возможность. Личка около здания укажет, что постройку можно улучшить. Ну ладно. Thank you.
заполнено хранилище. Это хранилище заполнено. А, это присутствие. Так. Хранилище хорошо. Увеличить. Просто импасе. Путешествие. Путешествие. Значит, нашло. Два спонсора. Очень полезно до того, торговец собрать. Что такое? Сранник. Собрать. Сранник. Посмотрим, что это за сранник. Сранник, понимаешь? Совершить предыдущее. Так, сранник, сранник. Отличные штучки, конечно, это все. Заполнено, заполнено. Это у нас коп. Пар. Это у нас ранников потратили. Производственные мастерские. Заполнено 9 минут. Растает. Получен квест. Освободительная миссия. Вау. Не понимаю, что происходит. Жители соседних островов массово рассылают сигнал бедствия. Исследуйте карту в указанной зоне. А как вернуться? Никак, наверное. Здрасте. Освободительная миссия. Может, не зря. Налог перескладывать. Зараза. Неужели не вернуться никак? Зараза. Кван. Кван. Так. Есть беги. Боеприпасы, войска. Ладно. Так, ладно. Создайте свой клан или вступите в существующий, чтобы стать сильнее.
Законятся могут друг другу и могут отправлять войска. А как создать клан? Ну ладно.
Будем строить производственные мастерские и склады. И все. И все. Больше ничего. А это причал строителя. Два причал строителя нам хватит. Хватит. Хватит нам этого. Еще не останется. Отлично так. Сранник. Лучше на хранилище до какого достижения тра-та-та. Найдите 20 бойцов тра-та-та. Не приставайте вы к нам. Распродажа золота. Да, вот сейчас побежим и падаем. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Прям мешками вам золото будем носить. Чтоб только все у вас было хорошо. Засранцев. У засранцев все должно быть. Отлично. Засранцы должны жить хорошо. Засранцы они. Засранцы. Так, а нам некуда уже это собирать. Собрать. Собирать. Значит, этот строитель обворовывает людейшек. Привет. Ловушки – отличная вещь. Подлетает враг к твоей базе и... Бабах!
перенести свою базу или играть на двух устройствах. Давай поможем, бедняки. Гляди, вот один из облаков. Могу. Что там у нас еще? 3 минуты. Так. Раз, два, будем, у нас планы такие, будем строить производственные мастерские и склады для пара и золота. Все. До новых встреч в эфире. Ох. Сходите.